Значит, они тогда обращаются в арбитражный суд Северова. Вот арбитражный суд вносит решение, значит, изъять, отобрать такой магазин, и значит, дальше собственник, то есть флот может распорядиться по своему усмотрению. Приходит в прошлую пятницу в милиция, приходит судебный исполнитель, и 20 человек матросов выселяют магазин. Значит, население стоит на улице, значит, магазин не пускают. Эту ситуацию мне удалось погасить. Я обратился лично к Кирилу Ивановичу Сафонову. Он обещал пока наложить на пару недель там мораторий. Но процесс дальше идет. Поэтому, с одной стороны, есть закон, а с другой стороны, он не выполняется. Поэтому я попросил до следующей сессии, пока вопрос будет решен, в принципе, все-таки мораторий на передачу в другие руки наложили. Без согласования с администрацией. То есть, в принципе, мы не возражаем. И такие вопросы будем рассматривать. Если есть возможность передать в аренду кому-то, и будет лучше для населения, почему это не сделать? Но если конкретный случай вот, не позволяет этот вопрос решить положительно, то мы, допустим, администрации возражаем. Вот так мы и полагаем это решение. То есть вы все-таки настаиваете на то, что я этот вопрос поставил на голосование? Уважаемые депутаты, итак, кто за то, чтобы пункт 3 проекта постановления, внесенный коллеги, будем так говорить, комиссии Павла Александровича Власенко, дополнить и передать их в аренду другим организациям для согласования городской государственной администрации, прошу проголосовать. Значит, дотация на молоко составила 98%.
расходов, от расходов. То есть вот эти 7,5 миллионов, они вошли в 98 миллионов рублей. Ну и просьба утвердить это решение исполнения. Уважаемые товарищи, кто за то, чтобы утвердить это решение, я прошу проголосовать. Да не посчитали. Вы сказали спасибо и все пустили. Извините, пожалуйста. Не говорите. Сказал спасибо. Да. Спасибо. А все поняли, кто? Да. Полно, как и здравый
Без 2 тысячи работающих и без 2 тысячи как земли,
то минимальная доля 1 гектар. Поэтому надо было разобраться по каждому закону, а затем принять общую минимальную норму по поводу подводящего скопера, как зеленый полюс, и решать это будет. Это не было сделано, и в этом рубеже ошибки. Значит, надо было по общегосударственному кадастру сделать пересчет наших земель и выставить это дело на съезде нашего госпосредства. Это не было сделано. И так далее, и тому подобное. Теперь у нас есть от имени тех, кого я представляю, а это работники сельского хозяйства. И если нас увлекает то, что мы стоим как на охране их законных прав, то в этом деле я ничего не говорю противоестественного, я и их буду защищать. И те, кто нас называют временщиками, я, например, работаю в зоне Севастополя 30 лет, создавал и 20 лет, создавал это совхоз совместно с рабочими, служащими, и я не могу себя считать временщиками. Если кому-то нужно так нас обозначить, я прошу прощения, надо немножко думать. Итак, что же надо делать дальше? А дальше, товарищи, в законе о фермерском хозяйстве написано, что первоочередное право создания фермерских хозяйств имеют работники совхоза. Так почему же комиссия товарища Хренюка не занималась этим вопросом? Почему она... Я не хотел бы, чтобы она в любом случае стала такой же острой, как у нас проблема другая. Проблема Черноморского флота. Вы знаете, что уже не первый раз и не второй возвращаемся мы к проблеме Черноморского флота. Последние события вокруг Галинозора показали, что обстановка в Севастополе может стать перейти границу критической в любой момент. И я предупредил ночь, с пятницы на субботу, командующий флотом Черноморского, адмирала Козырова, командующий морскими силами Украины Кожина, о их личной ответственности за мирное существование города Севастополя. И они, лично они, и никто другой будут отвечать, если Севастополь начнутся события, которые нам будет необходимы. Кроме того, что мы убедили, просил, чтобы они сделали все благоразумное, чтобы этого никогда не случилось. Вы знаете, что в Интеркомиссии подписано соглашение, в котором определено соглашение, что и как будут существовать государства российское и украинское. Итак, два пункта 15 и 14-й посвящены Черноморскому флоту. Итак, четко сказано, что на все односторонние мероприятия устанавливается мораторий. Это подтверждено государственными комиссиями украинской и российской, в том, чтобы никаких односторонних действий не делалось. Ни в газетах, ни физических каких-то действий. Однако они продолжаются. Продолжаются как с одной стороны, я имею в виду со стороны Черноморского флота, так и со стороны сейчас будем слушать. Так и со стороны будем говорить тех, кому не терпится быстрее, чтобы развивались события. Это с принятием присяги и так далее. Сегодня опять один. Я почему не даю информацию, что наше телевидение, радиовещание быстренько взяли интервью от Рава Кожина, и он дал информацию о том, что СКР вышел в море там, и так далее, и так далее. Во-первых, я запрещаю все средства массовой информации нарушать тот мораторий, который установлен на события вокруг Черноморского флота. И не спешите вы никто горячую точку сделать у нас здесь в Севастополе. Нет, не успел там что-то случиться, уже сразу по радио и объявляют. Сейчас командование Черноморского флота отправило на телевидение записываться, как они считают эту позицию. Я в двух словах, чтобы людям всем было понятно. С Крымской военно-морской базы вышел СКР. Объявил о том, поднял украинский флаг, объявил о том, что мы
он идет в Одессу для того, чтобы сдать его, так сказать, настоящим хозяевам его. Его сопровождает сейчас второй корабль, и хорошо, что ума хватает и в одни, и в другие, чтобы не начать какие-то действия, которые приведут к чему-нибудь подобному. Я бы хотел призвать всех севастопольцев, кто меня слышит, чтобы очень спокойно и взвешенно относились ко всей и ко всякой информации. Хотел бы и прошу, призываю всех военнослужащих, всех жителей Севастополя воздержаться от всяких попыток нарушения моратория. Тем более в преддверии такого большого праздника для Севастополя, как День военно-морского флота. И хотел бы, чтобы мы его мирно, по-хорошему, по-праздничному провели. Вот это я и прошу. Посредством вашей классной информации я прошу еще раз воздержаться от всяких комментариев по теме или иным действий. Спасибо, друзья. Спасибо. Нормально, да? Сегодня выступали. Так, это не выступает, а он интервью дал, да? Да, сейчас да, в открытом эфире. Севастопольское радио передало в прямом эфире выступление интервью. Сегодня Севастопольское радио в прямом эфире передало интервью с командующим украинскими военно-морскими силами контр-адмиралом Кожиным. События, связанные с уходом корабля из Донузлава, безусловно, будоражат севастопольцев, нагнетают обстановку. Вы, как человек, облеченный президентской властью в Севастополе, как можете прокомментировать эти события? Вы знаете, мне кажется, кто-то имеет очень большое желание опять сделать Севастополь горячей точкой. Кому-то так уж хочется, чтобы о Севастополе говорили, как о зоне каких-то боевых действий и так далее. Мы только что погасили одну точку, это с комендатурой. Я лично предупредил и просил, предупредил об ответственности персональной командующего Черноморским флотом адмирала Касатонова и командующего военно-морскими силами Кожина Бориса Борисовича. О их персональной ответственности за события, которые происходят в городе Севастополе, в Крыму, связанные с Черноморским флотом. В Дагомысе руководство Украины и России подписали соглашение, где четко определили и сказали, что установлен мораторий на события любые односторонние вокруг Черноморского флота. Две государственные комиссии подписали документ, где также определили, что должен быть нерушимый мораторий на события вокруг Черноморского флота. Однако, вы знаете, кому-то просто не имется, думая, что он делает добро то ли одному государству, то ли другому, а все делают во вред. Мы были на грани непредсказуемых событий в связи с комендатурой. И вы понимаете, мне кажется, что подогревают эти события, кто не находится здесь, кто не живет здесь, у кого нет здесь детей, у кого нет здесь семей. Понимаете, и им хочется развивать эти события так, как им хочется. А мы здесь хотим, чтобы здесь был мир, чтобы наши дети не знали, что такое регионы, подобное Приднестровью и другим. И я считаю, что и данный случай выхода СКР – это нарушение моратория. Прямое нарушение моратория. Из добрых ли побуждений, из плохих ли, но это нарушение моратория. На мой взгляд, этого делать ни в коем случае нельзя было. И считаю, что данный факт должен быть расследован специальной комиссии. Мы туда включим обязательно представителя от нашей администрации, и пусть разберутся. Нельзя пускать все по воле волн. Эта волна может привести к очень нехорошим последствиям. Поэтому я бы просил всех военнослужащих, всех жителей Севастополя и Крыма, чтобы они набрались терпения и решали
и ждали, вернее, или содействовали решению вопроса Черноморского флота в соответствии с подписанными соглашениями, в соответствии с договоренностью, что этот вопрос будут рассматривать две государственные комиссии, которые найдут решение, которое будет принято. Я бы просил и даже требую в данный момент от средств массовой информации прекратить всякие выступления, всякие пресс-конференции, проведение пресс-конференций, выступлений в прессе, выступлений по телевидению, по радио, касающиеся вопросов Черноморского флота. Мораторий установили, надо его соблюдать. И соблюдать любой стороной. И не надо прикрываться, что я хотел с хороших побуждений то ли одну присягу принять, то ли другую. Не нужно этого делать. Я считаю, что это только идет во вред своему же государству. Если патриот своего государства, выполняй те принципы, те законы, те положения, которые действует в этом государстве. Я считаю, что в случае повторения таких событий я властью, данной мне президентом, буду отстранять от должности любое должностное лицо, которое стремится нарушить мораторий, а это, следовательно, может привести к событиям непредсказуемым. Я за то, чтобы в Севастополе, в Крыму был мир, и чтобы ни в коем случае проблема Черноморского флота не переросла в военную проблему. Это будет, на мой взгляд, преступлением перед народом, перед детьми нашими. И я все сделаю, чтобы этого никогда не было. Все, спасибо за внимание. Иван Федорович, еще два вопроса. Так потом посмотрим, может быть, смонтируем, уберем, может, оставим. Значит, вопрос первый. Вы, как человек военный, считаете допустимым, что политические вопросы решались на уровне командиров катеров, кораблей, на уровне офицеров, младших офицеров, среднего и старшего, не генералов, не адмиралов? Вы знаете, если любой вопрос будет решаться любым уважаемым человеком, но так, как только он хочет, кораблей на флоте много, личного состава тоже очень много, и если каждый будет решать, начиная от матроса и кончая командующим, вопрос политический, это будет хаос. Это обязательно приведет к беде. Вопрос это политический и должен решаться на уровне руководства государств. Другое дело, что его нужно быстрее решить, этот вопрос. Это он перезрел. И вот это затягивание на уровне государственных комиссий, на уровне решения вопроса правительственного, оно может привести действительно к непредсказуемым. Я обратился к президентам, к министрам обороны одного и другого государства, к руководителям делегаций и просил, что давайте срочно решать этот вопрос, ибо он может привести к кровопролитию. И это будет действительно так, если мы будем тянуть этот вопрос. Но ни в коем случае не должен матрос решать судьбу государства. Не должен решать командир корабля судьбу свою, своих подчиненных и государства. Другое дело, свое мнение где-то высказать, если оно потребуется, тогда человек военный, он должен выполнять приказ, должен быть верен присяге. Это да, тут бесспорно. Но если мы начнем решать, один корабль выйдет в Россию, второй на Украину, хотя он на Украине и находится, и куда сдаваться пошел, непонятно вот в данном случае, то это приведет только к беде. Я надеюсь, что разума хватит и у командования Черноморского флота, и военно-морскими силами, чтобы там не разгорелся какое-то событие непредсказуемое. Это, наверное, будет так, потому что люди разумные понимают, что, наверное, воевать двум братьям, которые стояли вчера у стенки борт-оборт, и начать боевые действия, это будет преступление. Они потом поймут это, и командиры эти, и поймут все. Понимаете? Поэтому я считаю, что вопрос политический должен по-политически решаться. То есть руководство страны, оно должно решать. Им народ доверил эту судьбу, а если мы каждый начнем решать, вы знаете, это, наверное, ни спокойствия не прибавит, ни мира в нашем доме, ничего хорошего не будет. В этом я уверен. Еще один вопрос. Разделяя вашу озабоченность сложившейся ситуацией вокруг Черноморского флота, я хотел бы спросить, как вы считаете, достигнем ли мы той цели, которую перед собой ставим, если не будем в газетах, по телевидению, по радио комментировать события, освещать их?
Ведь информация в любом случае просочится на Останкино, просочится в другие средства массовой информации, которые вам не подчиняются. Может быть, все-таки освещение информации из первых рук может принести больше пользы, чем получение информации уже окольными путями? Задали очень правильный и хороший. Информацию нужно получать из первых рук и, наверное, из нейтральных рук. Если будем получать информацию с одной стороны, у которых один интерес, с другой стороны, у которых другой интерес, объективной информации не будет, вы же понимаете, потому что каждый будет отстаивать свою линию, свой интерес. Поэтому я считаю, что в данном случае есть две комиссии. Вот у них нужно получать... Я член комиссии, я имею какое-то маленькое право, то я его не использую, давать оценку или что-то другое. Есть комиссии государственные, которые могут дать оценку и дать объективную информацию. Вот к ним можно обращаться. Если же мы будем к одной стороне, к другой и так далее, это будет очень плохо. Вы посмотрите, сколько выпущено обращений, решений командованием Черноморского флота. Это что, прибавило стабильности? Да, что-то вот где-то разъяснило тому, кто хотел какую-то свою информацию получить. Что дало выступление, допустим, другой стороны? Тоже ничего хорошего, потому что кого-то успокоило, вторую половину она накалила. Понимаете? Потому что у нас город сейчас в какой-то мере разделился, так же, как разделился Крым. И я не хотел бы, чтобы вот эта черта границы становилась все четче и четче, чтобы люди разделились по сторонникам, сторонники одного, сторонники другого. Только мир, спокойствие, благоразумие, оно спасет и наш город от всяких бед. Трудности экономические мы преодолеем, но трудности политические, уже история показала, что они непреодолимы. Только кровь и ничего больше за этим. Павел Федосович, чтобы расставить точки над «и», вы берете на себя сейчас ответственность, вверенной вам президентом властью, ввести пока бессрочную военную цензуру на средства массовой информации? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я только просил и требовал, что соблюдать мораторий, то есть не освещать односторонне. Если уж хотите осветить, давайте мы так, соберем одно командование, второе, пусть ответят на вопросы, которые интересуют прессу. Это будет правильнее, потому что высказали две точки зрения, они ясны, и тогда люди уже могут что-то выбрать. Я приветствую, что там одну показывают сторону и другую, это уже хоть что-то дает человеку право, хоть выбора, определения, кто же прав, кто виноват. Хотя по-хорошему сейчас есть объявлен мораторий. И не стоит будоражить ни одну, ни другую сторону, нужно просто потерпеть. Если нужно какую-то информацию, давайте ее только официально. Официальную, проверенную информацию, та, что считаем, не нарушает ни в коем случае мораторий. В противном же случае спокойствия не будет. Вы это прекрасно лучше ясно. Меня. Ясно, Иван Федосович, понимаете. Политическая кредо Кожина и Касатонова нам известна, но бывают события, как сегодняшний уход СКРа, на который, по поводу которого мы не можем собрать представителей обоих сторон и посадить их за круглый стол переговоров. Владимир Иванович, не надо давать тогда микрофон отдельно одному и другому. Вы смотрите, сейчас дали микрофон по радио Борис Борисовичу Кожину. Игорь Владимирович, сейчас его нет в Севастополе. Его первый заместитель отправил на телевидение своего представителя. Тот что-то расскажет, этот расскажет. Людей взбодоражит это, понимаете? Зачем людей держать в подвешенном состоянии? Вот комиссия приедет, скажет, кто же там прав, и будет дана объективная, четкая информация о данном случае. Чтобы люди знали, знать надо. Пусть люди осудят или, так сказать, возвысят этого человека, и командира, и так далее. Что же его побудило нарушить мораторий? Он нарушил мораторий, он нарушил указания своих президентов, он человек военный. Понимаете, этого не должно быть. Ни с одной, ни с другой стороны. Если бы я, мне могут сказать, я представитель президента, а как-то даже нападаю, как говорят, на тех, кто нарушает мораторий со стороны украинских. Ничего подобного. Я, если будет решен вопрос в целом по Черноморскому флоту, сказать, вот это твое, вот это твое, вот это твое,
первым и приду, и поздравлю, и скажу: люди, кто хочет, давайте сюда, будьте нормальными, будьте честными, будьте порядочными. И придут люди, лучшие люди флота, тех, которых не пьют, которых не выгоняют, а это лучшие представители украинского военно-морского флота будут. Понимаете? А не как сейчас иногда сбежал, идет сюда. Это не в целом. Есть люди прекрасные, переходят. Они просто, наверное, выстрадали это. Но есть и те, которые спекулируют этим вопросом. Так нужно ли торопить события? Не нужно. И должны прийти к власти, к военно-морским флоту, к командованию, лучшие люди. Понимаете? Тогда это будет и понятно и народу Украины, и всем. А если тот, кто просто идет по подзуживанию какому-то, нарушая мораторий, не задумываясь, что завтра может, к чему может привести. Мне, вы думаете, как руководителю города, один, как говорят, один черт, больно будет. И с той стороны стрельба начнись, и с этой стрельбы. Я отвечаю, чтобы здесь был мир и покой. И я хочу его сохранить, понимаете, любыми путями. Ибо ваши дети, мои дети, его дети, дети всех севастопольцев еще не жили на этом свете, понимаете? И я хочу, чтобы они не начали свою жизнь с вот этой, с беды с какой-то, а только с хорошего, понимаете? Тогда опомнимся мы от всех этих событий. Но нужно терпение, великое терпение. Один стремится вот туда-то, второй туда-то, третий еще куда-то. Будет оно найдено решение. Другое дело, что оно медленно решается. Тут я уже, наверное, больше всех и бумаги списал, и направил, чтобы ускорили решение. Но решение должно быть законным, на уровне принятом, которое бы было обязательно для всех, а не то, что, знаете, тут на уровне таком, что оно для меня обязательно, а для другого не обязательно. Понимаете, это хорошего не приведет, к хорошему никогда не приведет. Благодарю. Вот такие в этом вопросе дела. Еще раз я считаю, что торопливость в данном вопросе, она не нужна. Спешка иногда приводит к непоправимым последствиям. И я думаю, что, понимая это, в первую очередь военнослужащие, независимо каких он взглядов придерживаются, то ли пророссийских, то ли проукраинских, найдут в себе мужество, найдут в себе возможности терпеливо, обсуждая вопрос, дождаться решения окончательного по вопросу Черноморского флота. Какое будет решение? Может, то, которое все ждут, которое все хотят. Возможно, кого-то не устроит. Ну, надо набраться терпения, понимаете? Нетерпеливость может привести к беде. Это я вижу и предупреждаю всех, кто старается своим нетерпением подтолкнуть события, что он явится первым виновником, если произойдет непоправимое. Вот тот человек, который считает, что он самый правый, он будет виновником. Ну, а на командование флота Черноморского и военно-морскими силами ложится персональная, личная ответственность за судьбу города, за судьбу детей, за судьбу стариков, да и за судьбу самих себя. И я хотел бы еще раз об этом лишний раз напомнить, ибо считаю, что лучше послушать неприятные слова из моих уст, чем потом слушать проклятия десяток тысяч, сотен тысяч людей. Вот это я хотел бы. И надеюсь, очень надеюсь на великое благоразумие, во-первых, командующего Черноморским флотом адмирала Касатонова Игоря Владимировича, на понимание и разум командующего, но назначенного военно-морскими силами Украины, Кожина Бориса Борисовича. Надеюсь на разум коллективный военно-совета Черноморского флота, на соратников и сподвижников Кожина, и думаю, что и весь личный состав, понимая ответственность за судьбу города, в котором они живут, за судьбу подчиненного личного состава, за судьбу людей, проживающих там, где они служат, сделают все, наберутся выдержки и терпения и не допустят никаких
непредсказуемых событий. Я в это верю и надеюсь на великий разум. Это показали события с комендатурой, что когда было желание и терпение, нашли решение и не допустили никаких безобразий. Хотя можно было и стрельбу поднять, и все что угодно. И началась бы катавасия. Поэтому я надеюсь на разум военных. У них нервы покрепче. Это не старики, это здоровые, нормальные люди. Я надеюсь, очень надеюсь на их благоразумие. Благодарю. В этом году ваше общество, ставшее правопреемником ДОСААФ, проводит традиционный месячник оборонно-спортивной работы. В чем заключается суть этого мероприятия? Какие его цели? Значит, цели... Уважаемые товарищи депутаты, руководитель секретариата столицы, я могу дать сейчас вам справку, чтобы вам понятно было существо вопроса. Вопрос поставлен депутатам совершенно справедливо. Такое поручение было. Но, к сожалению... Этот вопрос находился в компетенции одного нашего. Работа эта в стадии завершения. Я думаю, что к экономической сессии, так мы ее условно назовем, в июне, мы дадим полную информацию. Очень много было дополнений, полную информацию дадим. И по телефонным звонкам в том числе. Все, спасибо, Николай Алексеевич согласился. А второй вопрос, который ставит Николай Алексеевич, я думаю, что он очень важен. Речь идет о информации о снабжении горожан молокопродуктами. И должен быть докладчик директор молокозавода. Ради Бога, ну будет информация. Значит, доклады директора молокозавода и представитель госадминистрации. Николай Николаевич, кто представитель госадминистрации? Кто воздержался? Поскольку у нас нет даже предложений, были не подработаны документы. А вот забор. Значит, пункт 12 в той повестке идет о выделении земельных участков для индивидуального садоводчества и винограда. Я говорю. Не используется. Очень даже много. И из таких позиций подходить к решению этого вопроса нельзя. Где у нас должны быть гаражи, где у нас должно быть жилье, где у нас должно быть